Давай. Они там прячутся. Трансформаторы под станцией прячутся? Да. Серьезно? Это вообще должна быть дыра кизда. Да ты что? Моя Марина. Да, и моя мама. Очень вкусно. Какой у тебя вкус? Это пломбир, это шоколадное мороженое. Какое мороженое у тебя? У меня дыня. А у тебя Маруська? Рафаэлка шоколад. А у меня Сникерс. Почему я не видел, что тут есть самокат? Или... Еще и вишня. Вообще вкус, наверное, будет огонь. Пока нарисует человек. Четыре билетика. Все, пошли. Очень красиво. Спокойненько сидим. Давай мне ручку. Чтобы ты не очень боялась. Нет, чтобы ты у меня не вывалилась. Очень крепко держись. Я сижу спокойненько. Рыбка. Правда? Там рыбку ты увидела? Рыбка. Посмотри на меня, красотка моя. Рыбка. Ой, нас чуть-чуть качает. Да, это когда там садятся, выходят, и поэтому качает. Он может ребятам помахать. Не хочешь, так помаши. Привет! Нет, стесняешься? Вон, мальчикам помаши. Привет! Нет? Вау, как красиво! Я чуть-чуть, все. Да. Марина, мам. Опять недовольные, сладкую вату не купили. О, сломалось, слышишь? Ветра не было, а здесь наверху еще и ветер. Вон горячий ключ, смотри. А зачем у него большая голова? Вот такая скульптурка, возьми. Придумал кто-то, придумал. Возьмись, короче. Ох, какой ветерок-то. Вообще. Блин, нафиг я все поднялся. А я не знаю, что тебя тянет-то на высоту сегодня, не пойму. Как она? Откройтесь страхом глаза, вот это все. Почему мы все с тобой мучаемся, а не мы? Юль, покажи своего гуся. Марина, а ты своего покажи. Годился.